Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами прогуляемся по центру города. И начну я свой видеообзор с Греческой площади. Это Греческая площадь. Невысокое здание – это Мариупольский горсовет. Слева высотка Азов-Гипромес. Обратите внимание, как он сейчас выглядит. Его десятки лет не приводили в порядок. На площади уже положили новую плитку. Новые лавочки, урны. А также здесь уже установили новые ночные светодиодные фонари. Скоро эта часть города очень сильно преобразится. Это дом связи. За него еще не брались. Дом по проспекту Ленина, 81. Часть этого дома разобрали и от фундамента выкладывают стены из кирпича. Дом восстанавливается. Пройдемся с вами в сторону подземного перехода. Подземный переход уже начали восстанавливать. Перекресток по проспекту Ленина и Металлургов. Проспект Ленина, 66/39. Часть этого дома была разрушена. Здесь восстановили пролеты. И посмотрите, как этот дом сейчас выглядит. Но стройка еще не завершена. Проспект Металлургов, 37. В процессе восстановления. Перекресток, проспект Нахимова и Металлургов. Перекресток улицы Казанцева и проспекта Нахимова. Здесь везде сплошные стройки, друзья. Негде пройти. Это ПГТУ, 5-й корпус. Его восстанавливают.
дом по проспекту Нахимова, 206. В процессе восстановления. Дом 204. Это сталинки. Здесь хорошие квартиры. Проспект Нахимова, 105. Напротив Сталина. Везде стройки, друзья. Демонтируют старые столбы бетонные и устанавливают новые металлические. Проспект Нахимова, дом 202. Это переулок Нахимова. Переулок Нахимова, 3. Переулок Нахимова, 5. Те улицы, которые я вам сейчас показал, друзья, мы скоро не узнаем. И это в хорошем смысле слова. Здесь везде одна сплошная стройка. Всем мира и добра. Пока!